Так, всем здрасте. У меня достаточно такой обширный большой заказ. Сейчас коротко расскажу о каждом продукте, сделаю такой краткий обзор. Мультихилат магния имеет два вида магния в составе. Это цитрат магния и тауринат магния. В двух таблетках содержится 300 мг. Это очень хорошая дозировка, плюс высокая биоусвояемость. И вот такой вот мультихилат магний можно принимать прям курсом 1 или 2 месяца. То есть 60 таблеток, либо по 2 таблетки принимаете, либо по одной, смотрите по собственному состоянию. Работает просто прекрасно. Дальше мой любимый набор For Wellness называется. Мегавитамины и омега-3 сюда входит. Мегавитамины — это 13 витаминов и 8 минералов, 60 таблеток на 1 месяц курс вот этих двух баночек. А омега-3 это просто потрясающий продукт. На днях у меня была в гостях моя подруга, она врач-терапевт, и она рассказала такой факт, достаточно неприятный и страшный, что дефицит омега-3 способствует внезапной смерти. Мы сейчас с вами все находимся в дефиците, никто еще не умер от переизбытка омега-3, а вот от дефицита вполне себе, и вы даже можете не понять от чего, поэтому эта смерть и называется внезапная. Анализ на полинасыщенные жирные кислоты стоит в районе 7-10 тысяч рублей, 7 или 10 тысяч рублей, поэтому либо вы можете потратить деньги на анализы, либо вы можете просто принимать омега-3 и радоваться, что вы прекрасно профилактируете внезапную смерть. Невероятно, но факт. Пик природный инулиновый концентрат – это профилактика сахарного диабета, а также пик способствует хорошему пищеварению и действует пищей для наших бактерий и для микрофлоры кишечника. Потрясающий препарат тоже. Истоки чистоты, мои любимые, тройная система комплексного клеточного и межклеточного очищения. Прекрасненькая генеральная уборка в нашем организме. Бальзам «Корень» – любовь многих людей, которые начинают свое знакомство с компанией Siberian Wellness. Живокост – бальзам с глюкозамином и хондроитином, не имеет прогревающего эффекта. Также можно мазать какие-нибудь там синячки, ушибы, тоже прекрасно работает, у кого вот болят суставы. Синхровитал «Печень» – я это взяла для себя. Тоже в составе здесь идут биофлавоноиды и таурин. Таурин – это та аминокислота, которая восстанавливает наши клеточки. А печень – это вообще наш главный орган, который никогда не болит. Вот. И его нужно просто периодически поддерживать. Так, пик природный инулиновый концентрат – это тоже взяла для себя. Фитомыло для интимной гигиены. Если вы еще его не пробовали, то я вам рекомендую его взять, попробовать. 300 мл хватает очень надолго, обеспечивает свежесть и не портит наш pH. У меня две девочки, и мы все втроем пользуемся вот этим вот мылом. Прекрасное вообще, особенно в наши женские дни, замечательно работает. Витамины красоты, здесь тоже прекрасные составы, витамины группы В, коэнзим Q10, как антиоксидант идет, и также таурин, смотрите-ка. Витамины группы В – это для поддержки сердечно-сосудистой системы, тоже в прекрасных дозировках. Натуральный бета-каротин и облепиха – это я взяла для себя. Что-то сейчас у меня кожа начинает подсыхать, на руках не сильно она мне нравится, и я вот решила пропить бета-каротин, потому что бета-каротин заживляет слизистые, заживляет наши слизистые изнутри, вот так вот он действует. А также моя подруга-врач оценила вот этот сироп с витаминами и минералами, она посмотрела на дозировки для детей и на состав. Говорит, прекраснейший состав, плюс имеет еще такие минералы, как железо, йод, цинк и также пищевые волокна, посмотрите в каком составе. Прекрасно действует на микрофлору кишечника детей, поэтому можно давать, нужно давать, пьем, едим и радуемся, что у нас здоровые дети. Омега-3 ультра, это я взяла уже для своих детей, здесь 120 капсул и в 4 капсулах содержится 2000 мг, но я даю по 2 капсулы своим детям, поэтому нам хватает вот примерно на месяц вот этой вот омега-3. Кондиционер для волос увлажняющий с гиалуроновой кислотой.
это тоже у нас закончился, дети все пользуются, всем нравится. Магний, посмотрите, да, то есть тревожность у нас, она никуда не уходит, пьем и радуемся. Вот этот магний можно принимать на постоянной основе, а мультихилатный магний его принимаем курсами. Кому как больше нравится, кому как удобнее. Ну и пульсбокс, сильное сердце, сюда также входят омега-кислоты. Это стабилизация нашего давления кровеносного и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Защита наших сосудов. Вот здесь уже все поделено. Просто выпиваете и чувствуете себя прекрасненько. Вот такой вот короткий обзор. Если есть вопросы, задавайте, пишите. Я всегда на связи.